Завершение могут дело довести. Вот Умар Бала, первый на мяче, Горопевшек, казалось бы, его можно выбивать, но не оставил. Удар! Гол! Вот это комбинация! Вот это гол! Посмотрите, что сотворил Абдул-Гафар! Невероятно происходит в начале второго тайма. 2-0, выходит Слуцк вперед. В забег отправили 17 номера Умар Бала. Против него там Миха Горопевшек как-то не смело сыграл. Ну, мне показалось, что словенец...